Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Гайден 2, которая получила высокие оценки мировой критики. Почти год проект оставался эксклюзивом для консоли от Microsoft, но теперь уже ясно, что скоро выйдет и вариант для PlayStation 3. Называется Ninja Gaiden Sigma 2. Напомню, что речь идет о брутальном слэшере с ниндзя в главной роли. Главные герои сражаются с чудовищными монстрами, используют самые разнообразные мечи, жесточайшие комбо и впечатляющие фаталити. Игра не детская, экшен тут злобный и кровавый. С другой стороны, реализмом и не пахнет, это скорее фэнтези чистой воды. Любопытно, что японская версия более скромная, а вот американская, что называется, жжет напалмом. Стоит также заметить, что баланс игры явно сдвинут в сторону повышенной сложности. Многим игра покажется неоправданно тяжелой и даже непроходимой. А все потому, что авторы не только нарисовали сотни врагов, но и придумали немало боссов, каждый из которых требует индивидуального подхода. Разобраться в приемах и многочисленных видах оружия не так-то просто. Что касается версии для PlayStation 3, то она будет самой полной и наиболее интересной. Для начала два новых играбельных персонажа, первый из которых стала Эйен с сиреневыми волосами из игры Dead or Alive. Вторая тоже девушка и тоже ниндзя, правда совершенно незнакомая. Обе героини изначально вплетены в сюжетную линию и будут помогать Рю справиться с новыми врагами и боссами. Добавление новых персонажей подразумевает и наличие полноценного кооперативного режима. Он будет, причем онлайновый. Что немаловажно, разработчики серьезно поработали над ошибками, прислушиваясь к пожеланиям и просьбам игроков. В частности, была серьезно улучшена камера, которая вызвала много критических отзывов в версии для Xbox 360. Не пропусти.